На календаре 19 октября, рабочая неделя губернатора начинается с инвестиционного совета и поздравлений. Юбилей – 60 лет. По поводу подарка известно что. Я хочу, чтобы мне подарили любовь. Да. А что касается дня, я хочу провести его в обычном порядке со своими коллегами, друзьями, соратниками. Это и есть настоящая жизнь. 60 лет – дата знатная. По восточному календарю завершается первый полный зодиакальный цикл. Человек вступает в новый. У сахалинских корейцев хвангап, отмечают который торжественно, приглашая к юбиляру множество гостей. Никакого такого лицемерия, никакого наигранности нет. То есть все, кто приходит в этот день, они достаточно искренне. Мне очень хочется, чтобы все поздравления сегодня для нашего губернатора, они были в первую очередь искренне от людей. А прохожие все же задумались, что же подарить губернатору. О, это проблема. Почему проблема? Нам всегда проблема что-то подобрать. Сами понимаете. Ну не носки же, там спрей и одеколон. Даже не знаю. Наверное, у такого человека все есть. Какое-нибудь дорогое украшение? Не знаю. Настроение хорошее. Часы, может быть. Или, ну, автомобиль есть, я думаю, машина у него есть. Ну, может, загородный дом какой-то, и то, я думаю, есть. Ну, а так, яхту. Размышляя о подарке губернатору, гражданин, помни, лицо он должностное. Вето наложено на дарение, дабы этот приятный момент не привел к административной ответственности. Уникальный подарок готова преподнести Сахалинская областная научная библиотека. Валерий Игоревич, поспешите, предложение исключительно для вас. Новый Завет 1621 года издания на языке Иисуса Христа хранят фонды. Книга вошла в реестр книжных памятников, и не каждому дано не то что полистать, увидеть ее. По случаю юбилея библиотекари готовы сделать исключение для губернатора. Арамейский язык считается уже вымершим, древним языком. Насколько мне известно, всего несколько университетов в мире изучают этот язык. В нашей стране это МГУ. По положению нашей библиотеки с этой книгой могут работать только научные сотрудники, специалисты, историки и только по письменному заявлению на имя директора. Мы всегда рады и читателям, и новым пользователям, и мы ждем Валерия Игоревича к нам в библиотеку, в наш отдел. И было бы здорово, если бы он к нам пришел, и мы бы ему показали это чудесное издание. Наш губернатор человек музыкальный, поклонник творчества бардов. Подарить ему можно песню от благодарного сахалинского электората. Успешно решать, людям всегда и во всем помогать. Пусть вас уважает, вам верит народ, и пусть президента вас в будущем ждет.